Снег начался в воскресенье вечером, примерно в половине девятого, и продолжался всю ночь. Дежурная техника вышла на уборку улиц 22 ноября. Для расчистки дорог общего пользования и тротуаров были задействованы пескоразбрызгиватели, самосвалы, погрузчики, бульдозеры и другая техника. С начала снегопада было обработаны все проезжие части дорог нашего города. Обработка продолжалась до самого утра. С 8 часов началось подметание города, дорог у города. Также параллельно вышли трактора для подметания и обработки тротуаров. Для ликвидации последствий снегопада задействовано более 100 единиц техники. В каждом районе работают тракторы, очищающие от снега тротуары. На помощь коммунальщикам по посыпке тротуаров и уборке снега привлекаются подрядные организации. Дороги обрабатывались песко-соляной смесью, обрабатывались специальными реагентами для проезжей части дорог. Работы будут продолжены до полного окончания снегопада. После этого начнется с сегодняшней ночи вывоз снега. Для обработки дорог уже использовано более 500 кубометров песко-соляной смеси и около 130 тонн реагента. Еще 4 тонны противогололедной смеси израсходованы на обработку остановок общественного транспорта и тротуаров. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».